Чемпионат Украины вы смотрите матч? Не все. Не болит душа футболиста и тренера, когда вы видите низкий уровень матча чемпионата Ну Украины? а что, болеть она не должна, Отболела уже, да, да? она уже все давно отболела, просто значит, все время ищешь варианты, как от этого избавиться, как можно изменить эту ситуацию, почему? Потому что, значит, тренеры моего поколения, их не так много уже осталось, но я так понимаю, что они чувствуют ответственность перед тем, что происходит сейчас. Значит, то, что было, допустим, в наши времена, это не ностальгия по прошлому, а просто здравая Констатация факта. констатация факта, что, к сожалению, мы никуда не движемся. Это все на месте стоит.